Чё за херня, народ? В огне. Она должна быть в огне, а не в струйке сраного дыма. Это она отвечает за взрыв? Эй, за что я там отвечаю? Взрыватель в прошлый раз чуть не спалил мне мои конечности. Чёрт, просто найми профессионалов. Мистер Винсент, я из газеты «Солнце Вегаса». У нас назначена встреча. Сомневаюсь, это к агенту. Нет, назначено, я пишу статью. Вампиры, отделяя мифы от фактов. Хочешь мое мнение? Ты выбрал туфтовую тему для статейки. Послушайте, прошу, скажите все, что знаете. Вы же эксперт в этом. Я ее трахал. Грязнуля. Итак, что это? Твое первое задание? Да. Значит, прощай невинность. Джинджер, проводи его наверх. У тебя 10 минут. Это все его вещи? Да, он начал с карт Таро и досок Виджи. Самое начало. Теперь ученые советуются с ним. Те книги, забытые тексты, Агриппа. Он их все прочел. Нет, ничего не трогай. У него сегодня критические дни. Ведет себя чисто девка малая. А вон там антиквариат. Проклятые вещи. А это? Это ученая степень за его заслуги. Присуждена по интернету. Ёптать! Великий и неповторимый. Налей мне, Мидори. Налей себе сам, козлина. Отсоси. Подтирка. Проходи.